замахивается на такие стихи, которые мы с вами уже не раз слышали в песнях, причем в исполнении каких-то вариантов великих бардов. Но, что интересно, Елена работает с инструментом фортепиано. Так что мы сейчас с вами вкусим и фортепианной музыки. Вкусим, вкусим. Значит, Александр Левин у нас сегодня уже звучал, а сейчас прозвучит Владимир Левин в музыкальной интерпретации Елены Алексиной. «Джонни и пони». А я правильно заблуждаюсь? «Джонни и пони» есть у Бирковского, да, по-моему? Нет? Если этого не сделать, так хорошо слышно меня, да? Нормально? Может быть, кто-нибудь первую строчку мне подскажет? Нет? Джонни и пони, если все знают. Был маленький Джонни чуть ниже стола, в беседке под старым каштаном. А друг его пони, такие дела, был выше, чем Джонни, и выше стола. В беседке, беседке, беседке под старым каштаном. В беседке, беседке, в беседке под старым каштаном. Но стала беседка для Джонни мала, он в море ушел капитана. А друг его пони, такие дела, остался по-прежнему выше стола. В беседке, в беседке, в беседке под старым каштаном. Беседки, беседки, беседки под старым каштаном. Прошу прощения, но почему-то почему-то голос хрипит. Я думаю, не просите прощения, все равно простим. Да? Спасибо, так, следующая спасибо. Песня от Андрея Усачев, да, у нас автор, имя я не путаю, Андрей. Может быть, лучше собаку? Мне так нравится это стихотворение «Верблюды». «Верблюды»? Да, и вот у Елены своя версия музыкальная, очень интересно послушать. Спасибо. Это те самые полезные домашние животные, которые в нашей полосе не водятся, но мы-то знаем, что они домашние. Слышно, слышно. Когда-то верблюды крылатыми были, носили верблюды громадные крылья, летали верблюды в заморские дали, и небо им даже орлы уступали, и следом верблюжьи, не ведая страха, летела на юг перелетная птаха. И слух о верблюдах дошел до людей. Верблюды летают быстрее лошадей. Подумали люди, навьючим тюками, приручим и будем летать облаками. Когда караван отдыхал под барханом, со свистом взметнулся аркан за арканом. Сильны были люди, верблюды горды, и крылья верблюды сложили в горбы. О том, что когда-то крылатыми были, забыли верблюды, забыли верблюды. Верблюды.
забыли. Ну и как же без собачьей темы? Без собачьей темы никуда. Дмитрий Антонович Сухарев, автор стихов «Собака, мы с тобой одни». Собака, мы с тобой одни, и не для нас свояки. Москва ненастная зажгла, Москва пустая, где наши солнечные дни, где наши солнечные дни, где наши солнечные дни, где наша стая? Когда кончается сезон, сезон удачи есть резон. Всему на свете предпочесть тебя, собака. Это общество почесть. Почесть, это общество почесть, за честь, за благо. Это общество почесть, это общество почесть, это общество почесть, за честь, за благо. Ты просто рядом полежи. Сезон предательства и лжи открыт, а нам и дела нет, и лучший довод оставить вырубленным совет, оставить вырубленным совет, оставить вырубленным совет и вырвать провод. Пасть нема, ненастья ломятся в дома, но мы снесем с тобой, снесем свой долг собачий. Когда кончается сезон, когда кончается сезон, когда кончается сезон, сезон удачи. Когда кончается сезон, когда кончается сезон, когда кончается сезон, сезон удачи. В Кузнечной Поляне состоялся дебют и минута славы Елены Алексиной. Большое спасибо. А знаете, как